У этих насосов очень часто протирается здесь тросик. Починить его очень просто. Нам понадобятся ножницы, хомут и отвертка. Отрезаем. Вот эту трубочку эту. Все. Но не выкидываем, она еще пригодится. И хомут скручиваем. Старый хомут. Давай немножко подкрутим, чтобы она слезла. Все. Такой у нас. Я буду использовать старый хомут. Не стал выкидывать. Оставшийся живой тросик просто одеваем. И затягиваем хомут. Все. Некоторые, сколько я понял, почему-то выкидывают при такой поломке. Не хотят чинить. Хотя это очень простой вариант. Дешевый. Все, готово. Затянут тросик. Все работает.